Всем добрый вечер, это рубрика «Умнее всех». Решила прогуляться в парке и задать школьникам интеллектуальный вопрос, на который, если они ответят правильно, получат денежный приз. Так что погнали! Добрый день, как тебя зовут? Марьям. Марьям, я хочу задать тебе пару вопросиков. Если ты правильно ответишь, получишь приз. Согласна? Да. Первый вопрос. Самая большая планета? Сейчас Юпитер. Молодец, она ответила правильно. Второй вопрос. Сколько материков на Земле? Не знаю. Хорошо. Мама там подсказывать нельзя. Так, она ответила на один вопрос правильно, поэтому... Что она получает? Ого, да. Все честно, поздравляйте. Удачно. А теперь следующий участник. Как тебя зовут? Медина. Медина, сколько тебе лет? Исполнилось 12, 17 октября. 12. В каком классе ты? В шестом. В шестом классе. Медина попросила вопросы чуть полегче. Поэтому будет вопрос чуть полегче. Что в огне не горит и в воде не тонет? Интересно. Ладно, следующий вопрос. Подумать надо. Ну ладно, давайте следующий подумай, вопрос. Подумай. Ну давай сейчас. Я знаю ответ. Хорошо. Первый вопрос оказался сложным. Правильный ответ был лед. А теперь второй вопрос. Самый большой материк на планете Земля. Это что такое? Материк. Мы это не проходили. Шестой класс, что-то? Да. Мы же это не проходили. У вас география есть? Да. Есть. У нас сегодня география. Мы этого не проходили. У них сегодня была география. Сколько материков на Земле? Не помнишь? Нет, вспомню. Ну, дадим минуточку подумать. Нельзя, никому нельзя. Она же отвечает. Медина отвечает. Семь. Угу, правильно. Да? Перечисли. Ай! Ну ладно, уже, уже оставим без ответа. Самая большая планета, вот они правильно подсказали уже, планета Евразия. Поэтому мы тебя не отправим без приза, ты у нас получишь небольшой презент. Несмотря на то, что она не угадала, вот такой вот новогодний медвежонок. Удачи! Добрый вечер, как тебя зовут? Ася. Ася, сколько тебе лет? 12. 12, в каком классе? В шестом. В шестом. Давай тебе зададим вот такой вот вопросик. Сколько в мире океанов? География, да. Дадим минуточку подумать. Только не подсказывается. По истории тоже можем дать. Пять? Нет, к сожалению, ты неправильно ответила. Перечисли океаны, которые ты знаешь. Сейчас. Не подсказывай. Да подсказывай. Подружка там прям. Давай, давай. Океан? Да, океан, океан. Туда не смотри вообще лучше. Сейчас вспомню. Вспоминай, вспоминай. Я пока тебя подготовлю следующий вопрос. Дадим минуточку времени. Какая фигура не имеет углов? Круг. Хотя бы ответил на этот вопрос. Тебе тоже дадим вот такой презентик. Спасибо. Потому что этот вопрос был самый легкий. Тут мы встретили еще одну красоточку. Добрый вечер. Как тебя зовут? Милана. Милана, сколько тебе лет? 11. 11. В каком классе учишься? В шестом. В шестом. Давай я тебе задам пару вопросиков. Ответишь правильно, получишь приз. Хорошо. Столица Китая? Пекин. Или нет? Правильно. Молодец. Пекин, правильно. Столица Франции? Париж. Тоже правильно. Столица Японии? Токио. Молодец. Заслуженно выигрывает 1000 рублей. Как тебя зовут? Мадина. Мадина, сколько тебе лет? 11. 11. В каком классе учишься? В шестом. В шестом. Я хочу тебе задать один вопрос. Если ты ответишь на него правильно, получишь денежки. Сколько
у меня подписчиков в Инстаграм. Просто один по взрослому. У нее нет Инстаграма? Аля бабаль. Она не знает, у нее нету Инстаграма. Давай тогда другие вопросы зададим ей, даже. Зададим ей еще один вопрос, так как она его не знает, у нее нет Инстаграма, к сожалению. Да, пойдем на уступку. Еще один вопрос. Ну что ж, следующий вопрос. Какое животное бегает быстрее всех? Леопард или нет? Гепард? Ну, первый вариант ты неправильно ответил. На самом деле бегает, да, гепард. К сожалению, ответила неправильно, но не, без приза мы ее не оставим. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, как тебя зовут? Ася. Ася, сколько тебе лет? 11. В каком классе учишься? В шестом. В шестом классе. Вот шестой какой? А. Что? А. А, да? Давай, я тебе задам вопросики, ответишь правильно, получишь приз. Надеюсь. А то она умнее меня, да? Что легче, 1 килограмм пуха или 1 килограмм железа? Пуха. Подумай. Минута есть у тебя, подумай. Что легче, 1 килограмм пуха или 1 килограмм железа? Реально железо. Ответ? Уверенно отвечайте. Вы меня что-то путаете, да? Нет, не путаю. Железо? Нет, это неправильный ответ. Правильный ответ, все одинаково. Вот он тебе там пальцами показывает, вот так вот. Ну, вы меня запутали, может, один раз еще. Давай, еще один вопрос. Не нервничай, все будет хорошо. Второй вопрос. Самый большой океан в мире. Что-нибудь полегче может? Он несложный. Думаешь? А премиально где он располагается? Тихо! Сними, как они хотят ей помочь просто. Тихо, это нельзя было задать. Все, развязали. Дайте нам несколько. А вы проходили этот вопрос? Они проходили. География. Геометрия. География. А по истории, да, тебе вообще все будет? Сегодня этот параграф. Да? Сегодня они учили этот параграф. Ну да. По истории. Я пустила тысячу. Все. Добрый вечер. Как тебя зовут? Добрый вечер, Карим. Сколько тебе лет? 12. В каком классе учишься? 7. В 7 классе. Я хочу задать тебе пару вопросов. Ответишь правильно, получишь приз. Спасибо. Постараюсь ответить. Хорошо. Первый вопрос. Самое глубокое озеро в мире. Байкал. Правильно ответил. Молодец. Самый большой остров в мире. Не Аравийский, да? Подумает, пускай чуть-чуть дадим ему время. Ну ладно, пропускаем этот вопрос. Правильный ответ – Гренландия. И еще один вопрос. Назовите государство с самой большой численностью населения. Несложный вопрос. Китай. Ура! Заслужил. Все, тебе удачи. Все, ребят, наша рубрика завершается. Спасибо всем. Нам просто ехать надо.